всех зданий представительства Академии культуры Санкт-Петербурга в Флоренции, в этом замечательном уникальном палаццо. Повод, который собрал сегодня нас, это открытие выставки русских художников. Оскар Яковлевич Рабин и Расул Астория и Астория де ла деструкционе дел тоталитаризма Руси, на нее и советика. Луи era tra i primi dissidenti che hanno cominciato a protestare contro il totalitarismo, protestare non soltanto con le loro azioni civili, ma anche con la loro pittura. Оскаре Яковлевиче Рабине, конечно, говорим об истории неофициального российского искусства, о том, как много сделал этот человек для развития современного искусства России, которое без тех событий 70-х годов в принципе немыслимо. Конечно, мы должны были быть здесь вместе, и планировался круглый стол, и мы обсуждали, что это было бы очень интересно, такой диалог с теми людьми, которые интересуются искусством, которые делают какие-то шаги в этом, и которые, может быть, хотят создать. Но это не простой путь, это участвовать в искусстве. L'ultima cosa che vorrei dire è che questa mostra è un requiem per Oscar.